быстрые ноги сайгаков не только спасают их от врагов, но и помогают преодолевать большие расстояния в поисках пищи и воды. Во время бешеной скачки огромный горбатый нос сайгака играет роль теплообменника, защищающего дыхательные пути животного от леденящего ветра. Ведь сайгаки – обитатели континентальных степей и пустынь, где зимой бывают сильные морозы.